друзья, вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, не знаю, узнаете вы это место или нет, но на этом месте я была на прошлой неделе и ловила здесь рыбу. Я приехала снова на отрезок этот реки, и я не знаю, куда мне стать. Стать на это место или стать на новое. Наверное, сейчас еще проедем чуть дальше. Я все время хотела попробовать порыбачить там чуть дальше. Не знаю, свободно или нет, но вначале было все занято. Сегодня куча не комаров, а куча оводней, потому что на улице очень жарко. Поехали дальше. Там вроде никого нет. Козочка, ребят, прямо здесь козочка скачет, вы представляете? Сафари, это просто нереально белорусское сафари. Ёпсель-матрёпсель. Куда приехал на рыбалку? Иду вот посмотреть дальше, что по береговой линии. О, видите, насиженные кем-то места. Ужасно. О, как гадость вонища, а. Мусор. Дрова здесь можно забрать. В такую погоду, ребят, главное защитить себя от солнца. Нужно задумываться от этого, даже если вы молодые, ребят, если вы смотрите мой канал, подумайте о том, чтобы защищать себя от ультрафиолета. Не обязательно делать так, чтобы вообще ничего не загорать. Загар тоже очень красиво. Просто вот такие вот всякие штуки, спреи. Они защитят вашу кожу и позволят ей максимально долго оставаться молодой. При этом вы будете получать вполне себе красивый. Я уже 10 раз сказала зонтичного, ребят, зонтичного типа, шатер зонтичного типа, он открывается очень быстро. Все, он уже открыт, он уже установлен, остается только его растянуть. Внутрь еще в шатер у меня есть вот такая вот спаленка, но сплю я в другой палатке, а вот шатер это вещь просто нереально необходимая, поэтому сейчас мы его растянем. Моментум устанавливается, моментум. И как хорошо, что поднимается вот каждое окошко. Каждое окошко, ребятки, можно расстегнуть. Оп. Ой, удобненько. Ой, удобненько. Ой, прекрасненько. Ой, замечательненько. Так. Моменто, уно моменто, ребятушки, уно моменто. Идем, ребятки, вдоль береговой линии. Вот разложили две палатки. Иду с голыми, видите, ногами абсолютно. Куда мы ведем вот этого чуда? Ого, смотрите, какая красота здесь. Какие красивые кувшинки. Интересные места для ловли. Даже на закидушке. И мы ведем собаку покупаться. Сейчас найдем, подожди. Ой, ребят, тут меленько, водичка прозрачная, и мы идем с Рамсом, ведем его покупаться. Вот здесь вот где-то я помню, что был песочек, понимаете, когда-то видела. Сейчас. Иди, иди, иди. Иди купайся. Купайся, купайся. Заходи. Ну, направо, направо.
Потом, ребят, покажу, куда его привели. О, здесь видите, козочки, ребят, ходят. Ой, комары кусают за спину. Да тут самим можно покупаться, ребят, если что. Смотрите, какая красота. Меленько-меленько, ему здесь хорошо плавать. Много-много-много ракушки. Из-за поворота открывается моя поляна. Собака-то выбежала, ребят. Через кусты. Куда это туда выбежал? Две палатки уже стоит. Одна, в которой будем ночевать. Это вот эта, вторая, это шатер. Еще сейчас вот тут будет натянут тент. Для того, чтобы было как можно больше тенечка. Потому что два будет солнечных, прекрасных, хороших дня. Сейчас пока навязываю крючок. Рыбы холод вообще не показал, но это ничего не значит. Здесь у меня не такое глубокое место, как в прошлый раз. Это не яма. Но вдоль берега довольно-таки много растительности. Поставила пучочек. И какая-то вон идет. Что, окунь, что ли? Ну, окунь тоже рыба, если что. О, какая поклевка была аж красивая, ребят. О, какой красавчик. Первый взял. Оп. Так. Ну, хорошо. Уже первая рыбка. Первая рыба вот такая вот. Поклевка уже на второе удилище. Мне кажется, тоже почему-то окунь, потому что так вот как-то бьется довольно сильно. Ой, ребят, эти оводы, мухи, мошки всякие, здесь всех хватает. Окунь тоже, ребят, ну а мотыля, вот, пожалуйста. Пока окуньки вот такие вот. О. Как вы видели, мои горынычи уже многие поломались, у каких-то обломались кончики, какие-то просто поразбивались. Уже довольно-таки много времени прошло после того, как я их покупала. Да и по длине они мне для такой рыбалки не совсем подходили, потому что на реке нужны снасти подлиннее, нужны. Где-то, может, каких 2,7, хотя бы 3 метра, для того, чтобы можно было вытягивать рыбу с обрыва. Я когда понимала, что если у меня вдруг клюнет большой сом, я никогда в жизни его не вытяну из обрыва, потому что он затянет куда-нибудь, и я не буду знать, что с ним делать. Поэтому проблема решена. Теперь у меня есть абсолютно другие снасти. Сейчас я буду их собирать, готовиться, так сказать, к новому сезону, потому что скоро закончится запрет на лов сама. Сейчас я могу ловить просто на закидушки на реке, на червячка ставить, на леща, на густеру, на плотвичку. Вот. Ну, будем собирать. Новые катушки и новые удилки, нужно на новые катушки намотать новую леску. Наматывать я буду леску Panda Tackle Carp Line, карповая леска, чтобы потом можно было использовать те же самые катушки и удилища на карповников. Диаметр 0,33. Здесь на вот этом вот мотке 1000 метров. Мало того, что это большой моток, эта леска отличается от других лесок тем, что она светится в темноте под синим светом. Торопиться, ребят, некуда.
пока ничего не клюет, поэтому я занимаюсь подготовительными мероприятиями к вечернему клеву, к завтрашней рыбалке, раскидаю закидушки, что-то на кукурузу, что-то на опарыши, что-то на червя. Посмотрим. Главное сейчас все подготовить спокойненько и не сидеть на солнце, чтобы не хватить тепловой или солнечный удар. Легенькое очень такое. Несмотря на то, что росте 2,7, это на 60 сантиметров, ребят, длиннее, чем у меня было. Но надо, потому что, ребят, с обрывов тут на всех реках практически, где я ловлю такие обрывы и трава, что вы никогда в жизни нормальную рыбу не протянете. Да, поклевка была хорошая, но походу это либо у клея, либо густерушка. Сейчас посмотрим. На мотылька отлепилась. Отлепилась вон, это плотва или густера, она поплыла туда дальше. Если вам интересно, это мои сумки след. Это термосумки, здесь хранится моя еда и моя наживка. Это сумка Митек, в которой я перевожу садок, подсак и все вещи, которые мокнут и воняют. Она не сохраняет запах, легко моется и не протекает. Это салаточка Финтрейл. Вот отсюда вот так вот можно приятненько сидеть и наблюдать за поклевками, чтобы не жариться, не печься на солнышке. Ребят, хорошо. Надо открыть еще одно окошко. Вот это вот. Горыныч, длина 2,7, тест до 200 грамм. Ребят, катушки тоже волжанки, простые совсем, карпмастер называются. Я думаю, на сама и на закидушки, на реку, на налима, на густеру, на плотву, то, что нужно на течение. Как вы думаете, на быстрое течение пойдет? Вот один у меня есть другой модели. Вот эти вот 4 одинаковые одной длины. А есть один вот такой вот волжанка, речной монстр. 3,3 метра, 150+. Попробую, посмотрим, будет интересно сравнить, в чем будет разница между волжанками. Ну и вот такая вот катушка, таких у меня катушки две, которые называются волжанки Фидер Мастер. Уже на каждой катушке, как вы видите, накручена леска. Уже на каждой закидушке стоит монтаж, причем монтаж я решила вязать прямо на основной леске. Типа паттерностер, петля гарнера получается. И вот сюда, наконец, по поводочку. Сейчас этим скоро займемся, только перекусим. И снова для того, чтобы большие порции не варить, я завариваю вот такие вот удобные пакетики, которые опускаются на 15 минут в кипящую воду. Все, вода уже подходит по тихой грусти. О, вот. Уходи отсюда, друг. Пока периодически, эпизодически поклевывает плотва, самое время перекусить. Еще не время ужинать вкусным ужином, который у меня будет. Вот, поэтому... Видите, какие у меня прихожие? Колбаски, помидорчики, огурчики. Хлебушек. Главное, что это не у клея. И это у нас уже вот такая красивая, ребят, плотва. Иду купаться. Вся такая красивая и нарядная. Иду принимать ванны летние в речке. И он со мной. О, 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 о.
для ракушек, ребят. О, смотрите, какая красота. Уже корм у меня закончился, снова потихонечку выкармливаю то, что сделала. Кроме того, ребят, нашла место, где можно пособирать вот такие вот ракушки, которые можно потом использовать на наживку. Может лещ какой-нибудь клюнуть. Сейчас попробуем вскрыть и поставить на один из крючков. О, а вот на опарика, классика жанра. Приплыла уклея вот такая, ребят, смотрите. Классика жанра, как говорится. Хочешь поймать уклею, ставь опарыша. Согласитесь, лещ с удовольствием возьмет в рот такую обалденную наживку. Если бы я была лещом, я бы сразу офигеть, просто нереальный французский стол, понимаете, мы устроили лещу в Беларуси. Вот такая вот чача нарезная у меня из них получилась. И я ее, естественно, сейчас буду выкармливать в корме, потихонечку забрасывать. Теперь у меня здесь кукуруза, кашка, лимончик и, конечно же, улитка. И вот столько вот ракушки открыты получилось с того маленького комочка. Прикиньте, сколько нужно их открыть, чтобы нормально накормить рыбу. Ребятки, смотрите, плотвичка какая красивая на пучок мотыля. Поставила нужный размер крючка, не вот это вот маленькое, и сразу рыбка засеклась. Так что не всегда маленький размер крючков, особенно на реках, уместен, потому что на реках очень часто он у рыбы выпадает изо рта. Появляется, потому что у нас на поляне становится совсем темно. Запаливаем спираль. Большой пучок. Жух, перепрыгиваем опарыша. Оп, взяла вот такая вот плотвичка. Отлично. Ну, уже хорошо. Значит, это она, ребята, поклевывает, просто не дает покоя. Нужно дожидаться, пока она нормально клюет. А нет, это она просто пучок мотыля. О, вот такая плотва.
Картошечка, ребятки, молоденькая уже, а? Ой, красота, вкуснятинка. Комары, ребят, загрызают спиральки. Не спасают на 100%, это точно. Поэтому я сейчас заряжу свои термоцелы. Поворачивается выключатель и нажимается кнопка. Где попробуем не зацепиться, как это называется, что-то не крупное, ребятки, ну идет, ёпсель-матрёпсель, что там, плотвичка совсем малышка, да, пока плотвичка невеличка, что зробишь, ничего не зробишь, но плотва есть, вот такая вот. Ахла. Я знаю, как все подумают, что-то я одна жираю. Нифига. Ну, здесь, наверное, ребят, что-то тяну. Уже не крупную, но что-то тяну. Да, Рамс. Кто-то, ребят, в лесу стреляет. Запрет на посещение лесов, а в лесу кто-то стреляет. Так, смотрим, кто тут у нас. Кто тут у нас ниже по точечке стоит. Ага, ребятки. О, так это уже густерушка такая, нормальная таки себе, смотрите. Есть какая-то рыба, похожа на окуня. Судя по тому, как сопротивляется. Так, глядим. Не окунь, а подлещик, ребята. Или это густера такая здоровенная. А? Опа. Опа, густера какая здоровая, а? Поглядите. Огонь, ребятки. Ну вот это я понимаю. На пучок червя большой. Смотрите, какой крючочек. Вот так надо ловить. Ха-ха-ха. Можно здесь поставить подох. Кого-то тяну, ребятки, не знаю кого. Что-то не крупное, но видите, к вечеру рыбка
начинает активничать здесь. Вау. Ребятки, что-то неплохечное. Так само ж. Ну, не такая, конечно, великая, как та. Лишь можно ее уже положить в садочек. Ага. В самом сумраке, когда уже ушло солнце, наверное, уже может 9:30. Я вон уже вижу первые звезды появились. Комары вылетели. Все, и вот она начинает, понимаете, клевать. Сейчас посмотрим, что. Не крупная рыба пока. Ну, пока, может быть, и не будет крупная, я же не знаю. Хорошо, хоть что-то клюет. Вот. Видите, устерушка такая. Оп. Устерка, я знаю. Ну, такой я сразу отпускаю, ребят. Я даже такой не собираю. Все. Отпуск. Ну, только сначала поесть, понимаете? Уже четвертая поклевка. Пока я сижу. И именно ем, бляха-муха. Так никому и не нужна была из рыб. Опа, смотрите, какой кастрик. Это поклевка у нас там на мидию, между прочим. Мы повинны туда идти. О, некая вечерняя рыба. Это у нас... Ого! Что это такое было? Устерка. Поклевочка, бляха. Сыро, ребят, поэтому все, палаточка закрыта, и здесь все вещи, которые должны оставаться в целости, так сказать, сохранности. Сейчас найдем червячка. О, баночка осталась еще. Объедает червяка, ребят, видите? У него уже последний червь остается. Дальше только мидию буду наживлять на эти крючки. Оп. У кого светящаяся леска, ребят? Приколите, ребятки. Все видно. И вот прямо здесь, вот под ногами, умудряется что-то клевать, прикиньте. Давайте. Жук. И здесь у меня, слышите, закидушечка. Я ее не вижу, блин. Что-то село. Да. Устерка. Ну, хорошая кустера. Опа. Ну, на фидер такая, бляха, не клюет. На закидушкина просто его клюется. Смотрите, какая хорошая рыба. А на фидер такая не клюет. Была поклевочка. Сейчас посмотрим, есть ли рыба. Какая? Ну, не знаю, какая, честно. Не знаю, но что-то не совсем небольшое. Но поклево. Вроде, да, есть рыба вам нижняя. Пока не отвалилась. И это у меня, ребятки, густерка. Прекрасно. Маленькая совсем, но густера. И смотрите, какой лагерь у меня. Со стороны ночью. Красота. Шатер защищает. Все, смотрите, как сильно много
росы. А где пес? Пес лежит спокойно здесь. Палаточка. Костерчик. Удилище уже, я думаю, нужно перезабрасывать. Угу. Ну, ребят, маленькая густера. Ради такой густеры тратить червя, на которого на закидушке клюет. Нормальная густера я не хочу. Поэтому буду ставить. Могу вообще попробовать, ребят, поставить сейчас перловочку. Снова что ли, ребятки? Густерка или что? Ага, ребятки. А вот это уже совсем крохотный, маленький, совсем сомик, смотрите. Малыш. Все, друзья и подруги, мы вот этого малыша отпускаем обратно. И ждем вам такое маленькое, ничего не надо, нам лучше густерку какую-нибудь, подлещика. Отдыхала и слышала, что у меня тут трясется. Да. И вот, пожалуйста, рыбка почти на рассвете. Еще не рассвет, но уже что-то. Так, сейчас посмотрим, есть ли что-то на втором. На втором сказал вообще пучок мотыля. Смотрим. Смотрим. Не, так само есть. Опа! Опа, ребятки! Красота! Красота! Красотища, посмотрите, какая. Ах,
меня здесь хорошо. Там у нас. Ну вот, ребят, вторая кормушка с мотылем с обильным количеством и с улиткой, и вернулась густера, ребят. Идет, ребятки, какая-то рыба. На одного парочку. Двух мотылей. Сейчас посмотрим, кто. Что там совсем? Мыли-пыли. Ну, да. Но все равно это густера. Вот такая вот ведь теперь она у нас. Клево. Мыли-пыли. Вот солнышко появилось. Вышло из деревьев. Уже 2 часа, как прошел рассвет. Наверное, около 6:30 часов утра. Все. Понимаете? Все, рыбу как просто-напросто отвадила отсюда. Если она до этого клевала, я не знаю, что вообще это. Я не знаю. Я не могу понять, понимаете, как поймать. Не знаю. Поэтому надо просто есть. Просто есть для того, чтобы не понимать, а просто хотя бы есть, господи.
подруги, вот такая вот рыбалка дикарями, отдых получился. Если вам нравятся такие видосики, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем не хвоста, а чешуи. Пока! Ой!